Екатеринбургский город... О, очень правильная новость. Екатеринбургский городской депутат Колесников обозвал журналистов бестолочами и предложил обращаться с ними как с женщинами. Это про нас с вами. С ними, с журналистами, нужно быть жестче, сказал депутат. Это как с женщинами. Чем строже мы с ними, тем больше мы им нравимся. Короче, ребят, всех журналистов порвало, все осуждают господина Колесникова, а я за. Он абсолютно прав, да. Вот понимаешь, вот если бы я не был подкаблучником, если я жестко себя ставил с животными, с журналистами и с женщинами, вот Сисина бы не вытворяла вот эти мерзкие совершенно диверсии, понимаешь, вот этот саботаж, понимаешь, она бы шелковая, она бы очень сильно любила. Вот при товарище Сталине. Да куда его любили меня? Не куда только любить? Женщины и журналисты, понимаешь, его любили все мужчины, все газеты, все радио, все телевидения, все соцсети, все миллион сайтов строились перед ним.